Хай, друзья, с вами СтивПро, и сегодня мы будем выживать в Майнкрафте PlayStation. Ну что ж, я решил начать выживание в вот таком лесу. Я уже маленько насобирал ресурсов, но сегодня я планирую насобрать маленько больше, совершенно больше ресурсов, которые у меня сейчас есть. Ну давайте, во-первых, конечно, заберем наш уголь, который в дальнейшем нам очень сильно понадобится. К примеру, из них мы будем делать свечи, которыми мы будем освещать наши пещеры. Так, собираем уголь, собираем уголь. Собирается уголь, да. Так, так. Угля здесь очень много. И, наверное, все уже узнали вот этот текстурпак. А если кто-то не узнал, то текстурпак Findful, да. Но, возможно, все равно многие узнали его. Но, если честно, с этим текстурпаком я играю на ПК. И с ним Майнкрафт становится более гладким и сглаженным, можно сказать так. Но, к сожалению, перестали делать текстуры, которых изменяет структуру вещей. То есть, когда вы держите вещи в руке, они изменяются. Но сейчас такого, к сожалению, нет. Я не знаю почему, но разработчики текстур совершенно разленились делать именно это. Так, я там уже вижу выход. Получается, здесь мы ничего не найдем. Ну ладно, не беда. Давайте вылезем наружу и там что-нибудь придумаем или что-нибудь подумаем. Так. Так, вот что я забыл включить. Я думаю, почему он у меня сам не прыгает. Ну ладно, так. Водичка. Здесь пещерка, но вряд ли что в этой пещерке есть. Поэтому пошлите, друзья, дальше. А дальше я, опять же, ничего не вижу, кроме вот этих деревьев. Или вот этих елок, можно сказать так. Но, по идее, в моем инвентаре найдется пару железа, которые нужно, по идее, по-хорошему переплавить. Ну что ж, давайте тогда переплавим его здесь. Поставим крафт и сделаем печку. А в печке уже начнем процесс. Так, вот наша печка, ставим ее сюда и засовываем вот сюда наше железо. После чего ждем несколько минут, а за это время мы давайте порубим тогда наши деревья. Так, 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 где спуститься? Давайте спустимся вот здесь. И что ж, наверное, тематику все-таки придется заменить. Я не знаю, что за тематика будет, но, по-моему, скоро будет ночь. Потому что я выживаю уже минут 10. И, возможно, скоро будет темная ночь. И если кто не знает, то я играю на самом сложном уровне. Поэтому наши зомби будут спавниться с броней. И у нас сегодня будет шанс выбить ту самую броню зомби. И, возможно, нам не придется делать эту броню. Ну, мы будем только надеяться на это, что нам повезет встретить зомби с броней. Так, железо уже почти приготовилось, но все же давайте сделаем, наверное, железный меч, который нам сегодня пригодится. Вот, 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 отлично, друзья. Так, ну, я планировал перебраться вот на тот остров. Или на ту скалу, можно сказать. Но для этого нам понадобится, наверное, копать землю, чтобы построить мостик. Так, где у нас лопата? А вот лопата. И что ж, давайте начнем копать. Да, процесс будет не совсем долгим. Наберем штук 30-20 и начнем строить наш мост. Но, если честно, камни мне жалко, потому что с камнем мы потом сможем что-нибудь сделать. А также, наверное, вы, может быть, хотите вторую серию. Если хотите вторую серию, давайте наберем хотя бы 100 лайков. Мне многие предлагали делать вот так или говорить видео, чтобы набирали что-нибудь и потом что-нибудь уходило. Поэтому давайте наберем 100 лайков и выйдет вторая серия. И, кстати, как я сказал, вот наступила или наступает наша ночь. Ну, я ее не ждал, потому что я ее не хотел. Так. Давайте, наверное, мост начнем делать вот здесь, чтобы меньше потратилось наших ресурсов. Так. Так, я вижу, это совершенно неудобно. Поэтому, наверное, мы эту затею не будем продолжать, а сделаем все по старинке, то есть прыгнем в воду, а потом уже будем подниматься вверх. Так, забираем крафт, и что ж, давай быстрее, быстрее, быстрее. Ну, пока зомби я еще не вижу. Все, давайте ломаем нашу печку. Так, ломаем не палкой ломаем, а ломаем киркой. Бери кирку. Все, пошлите дальше. Ну что ж. Прыжок веры, как говорят некоторые, но я не люблю вот это словечко, не знаю, почему оно мне не нравится, но что ж, нам повезло, и давайте подниматься наверх. Так, пока что все удачно, никого мы не встретили. С одной стороны, хорошо, а с другой стороны, это плохо. Все же мы хотели встретить зомби, у которого будет довольно хорошая броня, но наше выживание, по идее, еще только что начинается. Так. Так, и правда, а где все зомби, спросите вы?
Я вижу только красивую луну, которая сейчас смотрит на меня. Также я вижу, вот уже вижу зомби. Но где твоя броня, дружок? Где твоя броня? Прошу я у тебя. Но я... Так, там я уже вижу овечек и вижу, конечно, наших всем любимых куриц. И вижу зомби-жителя. Откуда ты взялся, друг? Какой? Ну, ручка ты нам понадобится. Ну, если честно, на ПК, если встретить зомби-жителя, то означает, что рядом где-то деревня. Ну, если вы встречаете зомби-жителя здесь, то это ни черта ничего не означает. То есть это вообще просто рандом. Так, зомби. Ой-ой-ой, какая здесь началась в канале, я. Куда? Куда вас столько, друзья? Я же не справлюсь с вами, ты откуда берешься? Зачем? Сюда пришел, дружок. Здесь же деревни нет, я знаю, что здесь деревни нет. Так, мне осталось собрать две шерсти, чтобы сделать кровать, на которой мы сможем поспать. Но пока спать я не собираюсь, я собираюсь маленько покушать. Так, овечка. И, кстати, я сообщаю, что скоро будет геймплей моей карты. То есть, наверное, многие знают, что я делаю карту, разрабатываю карту, которая называется Zombie Day. Карта будет настолько большой, что она уже разрабатывается около месяца. Ну, может, 3 недели, да. Она очень будет большой, и напоминать она будет Нью-Йорк. То есть, там будет сюжет, и каждый дом, каждый интерьер будет хорошо проработан. Так, ну что ж, наше счастье нам улыбнулось. Мы встретили вот такого золотого зомби, который сейчас нам, наверное, подарит свою броню. Зомби, ты подаришь нам свою броню? Да? Молодец, друг, ты просто молодец. Ну что ж, мы должны радоваться, но опять лезет этот зомби-житель. Почему вас так много? Неужели здесь где-то... Ну, где-то деревня, я не верю. В лесу не бывает деревень. Это я точно знаю. Так, броня попалась довольно хорошая, но можно броню найти еще лучше. Самая редкая броня это алмазная, если честно. Алмазная броня мне попадалась всего лишь один раз. Так, нет. Смотрите, вы, кстати, заметили, что у Крипера был увеличен урон, который он теперь наносит. То есть урон наносит в 2 раза больше. То есть, если он взрывается от вас с 6 блоков, то урон вам все равно нанесет довольно большой. Так, давайте с него дропнем шлем. Я не знаю, чем он нужен, но он нам, наверное, зачем-то нужен. Если честно, недавно я играл на ПК на версии 1.9. Что я могу сказать вам? То, что если вы убьете зомби в броне, то всего лишь маленьким шансом с него выпадет 1 часть этой брони. Но 100% шансом с него выпадет всего лишь гнилая плоть. Я уже убил 3 зомби. ПК, и с него всего лишь выпадала гнилая плоть. Так, скелет. Умирай, умирай, есть, все отлично. Но скелеты нам, по идее, сейчас не нужны. Если нам нужен скелет, то нам... А, хотя скелеты нам нужны. Мы сможем приручить волка. Но, по идее, в этой серии, или даже в следующей серии, волка приручать я не собираюсь. Я собираюсь отправиться в саванну. Да, совершенно обычный мир. Так, коровушка. И, наверное, в следующей серии мы будем строить дом. Да, я уже сделал заготовку, фундамент, а остальное мы будем достраивать сами. И, возможно, я растяну выживание, может быть, на 5, на 6 серий, смотря, насколько вы захотите продолжать выживание. Так, ну что ж, просто, ну, просто блудаем по миру. Так... Так, и лутаем, конечно, наши вещи, которые нам встречаются по дороге. Очень хотел бы встретить, ну, просто хотел бы встретить в Майнкрафте какие-нибудь сундуки, которые спавнились бы не только в храме и в деревнях, но и просто появлялись какими-то там, я не знаю, можно было бы сделать, но, по идее, это очень сильно нагруживало бы систему нашего Android-устройства или iOS. Ну, на iOS Майнкрафт хорошо идет. Что сегодня за день, друзья? Почему лезут одни зомби-жители? Неужели у них... Ой, ой, нет, уйди. Уйди. Кстати, нам дропнулась картошка. Там я вижу золотого опять жителя. Ой, не зомби-жителя, обычного зомби. Но он нам не нужен. Так, давайте попробуем убить крипера. Что ж, все, ты умер, дружок. И с него, к сожалению, кроме опыта, больше ничего не дропнулось. Но если дропается опыт, то нам понадобится построить зачаровальную, которую делать из обсидиана. А для этого нам придется как минимум сходить в ад, где лавы очень много. И там мы сможем сделать наш обсидиан. Ну что ж, друзья, давайте поспим. И пройдет вот это вся в канале. Да, все отлично. Все отлично. Ух ты, уже 3-й зомби, друзья. Уже 3-й зомби. Где мой меч? Меч где? Где меч? А, вот меч. Быстрее, быстрее, быстрее. Сколько у тебя хп? Сколько у тебя хп? Умирай. Умирай. Так, подождите. Стой. Умирай. Умирай, дружок. Ух ты, что сегодня за день? Мы встретили уже 3 или 4 зомби с броней. То есть один был с обычным шлемом,
Три золотой броней. Что сегодня за богатый день? Ну да, броня у него маленько лучше, потому что у него зачарованный нагрудник. Ну что ж, давайте заберем все наши вещи. Кровать оставлять здесь я точно не собираюсь, потому что в дальнейшем она нам точно понадобится. Если мы умрем, то мы все равно появимся не здесь, потому что наша кровать была разрушена. Так нам сообщит Майнкрафт. Так, здесь я вижу дроп, который дропнулся с этих скелетов. Ух ты! Ух ты, я заметил коричневую овечку и рядом с ней заметил вот такой дроп. Так, курочка, ты от меня не сбежишь. Ты думаешь, я отвлекся? Но на самом деле я не отвлекся. Здесь у нас просто огромный океан, который может длиться просто бесконечности. То есть сейчас нам нужно найти совершенно обычный биом, которым мы, по идее, должны были заспавниться в самом начале. Но мы заспавнились вот в таком лесу. Ну, поэтому давайте искать наш всего лишь обычный. Ну, обычный биом, саванну. Так, что? Вот, все, пошлите. Ну, по идее, выживание у нас было растянуто. Да, но все же, наверное, было прикольно. Да, мы прикольно стянули, сняли броню зомби. Вот, ух ты, вот наш биом, который мы пойдем в следующем выпуске. Это обязательно, я туда пойду. Вот куда я хотел пойти. Ну что ж, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А также не забывайте, что нам нужно набрать 100 лайков.